братья и сестры, сегодня Бог дал нам возможность, такую жизнь продлил нашу, и мы имеем возможность быть в церкви для того, чтобы слушать Слово Божие, читать вместе, рассуждать над этим Словом. Это для нас благословение, друзья, потому что Господь оставил для нас эту чудесную сокровищницу, это богатство такое, которым обогащается душа человека. Для тела есть много разных богатств, и золото, и серебро, и одежда красивая, и пища хорошая. Вот, но для души все это не подходит, друзья. Для души есть что-то другое и более ценное. Это святое Божие Слово. От него человек возрастает во спасении. И когда окончится наша земная жизнь, друзья, то все эти приобретения земные окажутся малоценными. Они все окажутся ничтожными, эти приобретения земные. Оно духовное, оно будет иметь великую цену и вес для нашей будущей вечной жизни. Вот. И поэтому мы с вами сегодня, чтобы посеять в наш дух. Так апостол Павел, Господь через него для нас оставил такие слова, что сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Мы заботимся о себе, о своем теле, о своей жизни, чтобы жить в хороших условиях, чтобы хорошо одеваться, правильно питаться, иметь отдых. Но как бы мы ни заботились, мы стареем с вами. И не можем прибавить себе и росту, как написано в Писании, на локоть, вот выше, чтобы быть, и жизнь продлить не сможем на лет 20 или 50, тоже не можем, или даже и на несколько лет. Но когда человек читает Божие Слово, когда он вникает в него, сеющий в плоть, говорит, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот мы с вами сегодня собрались, чтобы что-то положить в наш дух, друзья, чтобы что-то приобрести для нашего духа, и это будет великой пользой для нас. Хочу пригласить вас, чтобы помолиться вместе, чтобы мы склонились перед Господом и попросили благословения на этот вечер, который дал нам Дорогой наш Господь, мы благодарны Тебе, что Ты поставил нас у чудесного потока реки воды жизни. Благодарим Тебя, Господь, что мы причастны этому великому дару Твоему, Господь, который Ты оставил на земле. Слава Тебе, Спаситель, что мы счастливее многих-многих людей, живущих на этой планете. Слава Тебе, Господь! И сегодня Ты продлил нашу жизнь. Мы еще, Господи, можем слышать. Мы еще можем с Тобою беседовать в молитве. Мы можем исправить что-то в жизни своей, Господь. Благодарим Тебя и за то, что Ты хочешь через Слово Твое и говорить с нами, что-то объяснить нам через Его. Благодарим Тебя за это, дорогой Спаситель, и молимся Тебе. Благослови
благослови то короткое время, проведенное нами на этом месте. Господи, я прошу милости Твоей. Благослови, Господи Боже наш, нас, пошли нам Слово Твое Святое. Когда мы будем читать Его, Господи, дай понимать Его, Господь, и дай мне понимать Его, чтобы объяснить народу, чтобы, Господи, донести то, что Ты хотел бы, Господь. Милости Твоей прошу, благослови сегодня нас, пребывающих здесь, на этом месте. Пусть каждое сердце переживет Твое благословение, переживет, Господи, дар Твоего Слова для нас, который Ты оставил, Господь. Пусть что-то заронится в сердце, новое, живое. Пусть Слово Твое будет подобно драгоценному камню, который бы засверкал новыми гранями для каждого, кто находится здесь, Господь. Мы просим Тебя, Дух Святой, Ты соверши это. Ты освяти, Господи, Твое Слово Святое для нас, чтобы оно было понятным, доступным, живым, полезным. Благослови наше пребывание здесь. Я прошу каждого, Господи, после этого трудового дня, Господи, благослови здоровьем, благослови вниманием, благослови бодрым, хорошим настроением, желанием и жаждою благослови, Господь, во имя Твое, Духом Святым Твоим и откровением благослови, чтобы на пользу было проведено это время, чтобы народ что-то имел в своем сердце, читая и рассуждая над этим словом. Да будет вся слава только Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Прежде всего, дорогие братья и сестры, я хочу сказать, что мы с вами в прошлый раз, когда не было Николая Яковлевича, рассматривали сначала 4 главу послания Иакова. И очень кратко хочу напомнить вам, что 4 глава Иакова – это глубокая глава. И она затрагивает жизненные вопросы, которые встречаются в нашей жизни, и дает такие ответы, очень существенные ответы на жизненные вопросы. Дело в том, друзья, что вот вы знаете слово «айсберг» – это такая льдина, которая плавает в океане. И айсберг виден только сверху. И часть верхняя этой льдины, она кажется не совсем и большой. Вот, или бывает и большой. Но основная льдина оказывается под водой. Вот. И моряки очень боятся этих льдин. Они понимают, что это такое. Они знают, что хотя наверху не такая уже большая льдина, но под водой, может быть, она огромная, и трудно с нею справиться. Поэтому они стараются как бы не встретиться с такой льдиной. Точно так же, друзья, в жизни нашей бывает видная часть наших отношений между собой и нашего разговора, в наших отношениях, в нашем разговоре, в нашем контакте встречаются какие-то моменты непонятные для нас. И мы не знаем, почему иногда мы такие бываем. И хотим узнать. И как раз вот 4 глава дает некоторые ответы на наши отношения жизненные друг с другом. Вот. И она начинается тем, задается вопрос. Бог через Иакова задает такой вопрос для размышления. Откуда вражда у человека? Откуда распри могут быть у человека? Почему у верующего человека вдруг появляется вражда? Почему нету мира? Почему люди иногда ссорятся? И вы знаете, не секрет, что это правда. Иногда и верующие люди ссорятся. И приходится иногда и беседовать с людьми, которые ссорятся. Ссорятся люди, как они считают, по большим вопросам, а иногда и по пустякам, как кажется. Но ссора происходит. И почему
Как раз вот этот затрагивается вопрос, откуда эти распри или ссоры, откуда вражда? И дается ответ, как бы начинает Бог открывать для нас, людей, значит, причины, какая связь духовная и жизненная, физическая нас, нашего характера или наших отношений и духовного мира. И ответ дается, что причина вражды любой или ссоры, или распри заключается в том, что у человека, значит, вот у человека существует такое вожделение. Вожделение – это уже не физическое. Вожделение – это духовное, какой-то такой порок, духовное состояние. Само вожделение – это очень страстное желание, неимоверное желание достигнуть чего-то или иметь чего-то. Это называется вожделение. И дается ответ, что вот эти все ссоры, вот эти все, значит, разногласия, вот эта всякая вражда, которая возникает среди людей, она сокрыта в том, что в сердце у человека есть вожделение. И они действуют. И хочется сказать, друзья, что вот эти вожделения, они не только спокойно лежат в душе у человека, но они воюют, они бунтуются, они выводят человека из мира, они делают человека враждебным, эти вожделения, и они воюющие. С кем воюет это вожделение? Опять дается здесь ответ. Эти вожделения воюют с нашим духом. Плоть и дух. Они воюют с нашим духом. Они хотят достигнуть. Сами вожделения требуют: делай вот так, как мне хочется. В теле вожделение: вот дай мне вот это вот, что мне так хочется. Дай мне достигнуть вот этого. Почему ты мне не даешь достигнуть? Почему ты мне не даешь видеть это? Почему ты мне не даешь потрогать это? Почему ты мне не даешь влезть вот в эту беду, в эту прояву? Значит, дай мне сюда достигнуть. Дай мне это увидеть. Дай мне это съесть. Дай мне в это одеться. Дай мне вот это. Вот это и война происходит такая. Вожделения воюют с духом, друзья. Это действительно, это идет духовная война. И, друзья, когда мы начинаем читать, значит, здесь это послание или эту главу, открывается еще одна тайна, что эти вожделения, которые, значит, находятся у нас, они приходят от контакта с миром. Они не от Бога приходят. Они приходят от того, что человек имеет какое-то отношение с миром, контакт с миром. И когда человек соприкасается с этим греховным миром, этот контакт с этим миром делает на человеке вот это такое последствие. И приходит это вожделение. Вы посмотрите вот на примере Едемского сада. Невинные люди, не знавшие греха, в детской невинности своей, они так были вот невинны душою, чисты сердцем. И они имели контакт с дьяволом, который вселился в змея. И буквально пришлось поговорить с этим змеем или с дьяволом, который был, змей этот одержим. И вы знаете, что произошло? И эта женщина, значит, посмотрела на это дерево, и оно ей показалось, что плоды эти особенно вожделенные. Они вожделенные стали для ее
для ее сердца эти плоды. Так и написано в Писании. Она увидела, что они вожделенные. Ее сердце затрепетало. И как раз это вожделение или страстное желание достигнуть потянуло ее руки туда, для того, чтобы нарушить Божий закон, чтобы достигнуть этого. А вожделение пришло от контакта с дьяволом. И здесь это место Писания так и говорит вот о том, что не знаете ли, прелюбодеи и прелюбодейцы, что дружба с миром – это вражда против Бога. Эти слова не просто написаны. Здесь смысл или тема это продолжается. Друзья, как раз смысл-то контакта с миром, кроме того, что человек имеет контакт с миром, это одна речь. Но если посмотреть отношения с Богом, человека Божьего, и если он наклоняется к миру, то здесь еще и нарушение духовного закона. Что произошло в Едемском саде, друзья? Бог поставил с человеком завет. Дерево познания добра и зла – это было не просто непростое дерево было. И это было не просто какое-то ядовитое дерево, которое посадил Бог, и просто не кушай, бо ты умрешь. Все богословы или люди, исследующие Писание, они говорят, что это был первый завет между человеком и между Богом. И этот завет должен выражаться в том, что послушание человека должно быть Богу. И как выразить любовь к Богу, как не в послушании? Безусловно, верность Богу, любовь Богу, покорность Богу в завете как раз было выражено в послушании. Кого ты будешь слушаться? Кому ты будешь подчиняться? Безусловно, Господь внимательно наблюдал за этими людьми. Но эта женщина, она обратилась к дьяволу, обратилась к этому змею одержимому, который стал говорить ей другое, который вселил в ее сердце вожделение, и это вожделение потянуло ее руки туда. Неимоверное желание, против которого не могла нам противостоять. И это было, друзья, нарушение завета. Это было нарушение завета. Это нарушение верности было Богу. И поэтому здесь, в этом послании, в 4 главе и 4 стих называет это прелюбодеянием духовным или изменой духовным. Дружба с миром или дружба с дьяволом, или, можно сказать, вот такой вот контакт с этим миром является в очах Божьих изменой. И это очень серьезно. Хочу сказать, друзья, что как раз за миром стоит мирской авторитет. Я так выражусь. За миром невидимо стоит дьявол. Это его, можно сказать, князь этого мира. За ним стоит эта личность. И вот постепенно, друзья, мы подошли к тому, что вот эти в нашем сердце вражда и распри, они являются причиной того, что человек не бодрствует, но имеет контакт с дьяволом. Вот по такой цепочке.
Вы помните, когда в другом месте Писания говорится о языке? О языке, который воспаляет жизнь, который ругается, который ссорится, который воспаляет круг жизни. И там написано, что этот язык откуда воспаляется? От гиены. И смысл здесь такой, что этот язык такой, огненный язык или злоречивый язык, он воспаляется, слово «от гиены», от преисподней. Сатана является первопричиной того, что человек ругается, человек ссорится, у него в жизни распри, разногласия. Вот по этой причине апостол Павел, когда говорил людям, и он Тимофею напоминал, говорит: «Напоминай верующим людям, заклиная, не спорить, не вступать ни в какие споры». Вы понимаете, как это, вот, как это важно, как это серьезно, когда человек начинает спорить? Это первопричина, что дьявол хочет возбудить этот огонь. И применяется в Писании, или апостол Павел применил самую строгую меру. «Заклинай, — говорит, — людей, чтобы не спорили». Заклясть человека – это, вы знаете, как все равно клятву от них взять, заклясть. Это так строго приказать, как бы с клятвою, что не имеете права спорить. Верующий человек ругаться и ссориться не имеет права никакого. И нигде в Писании так строго не сказано, как против ссор. Потому что невидимо за всем этим стоит нечистая сила. Мы иногда ищем проклятия где-то далеко. Но я вам скажу, вот в этих обстоятельствах оно очень близко, может быть. И человек может открыть свое сердце и уста свои, и все, и будет управлять. Очень плохая личность нами. Ну, и хочется еще сказать, что чудесным образом после этого Господь через апостола Якова дает выход человеку. Вы понимаете, это истинное Божие Слово, оно такое чудесное, что оно не оставляет человека в заключении. Оно открывает двери, дает возможность выхода человеку с этого. И здесь, значит, в этой главе дается как бы такое наставление, как выйти из этого положения? И восьмой, значит, седьмой стих говорит, как выйти верующему человеку. Первое, что это покориться Богу. Покориться Богу. Говорит, покоритесь Богу. Покориться Богу – это закрыть, постараться закрыть свое сердце для этого мира, отвернуться от этого мира. Этот мир, он может быть где угодно, даже в нашей комнате может он находиться. Хороший экран телевизора, который пропагандирует мирской образ жизни, в котором человек может увидеть глубины сатанинских атак, колдунов, нечистые силы, убийство, пьянство, всякие грехи, разврат, что хочешь, кровь там, насилие. Это мир, это можно сказать, не ходя по улице, можно влиться или слиться с этим миром. Там все найдешь, пьянство, бесчинство, ругань, что хочешь найдешь. Точно так же и в компьютерах можно найти, даже не выходя из дома можно найти. Но человек должен закрыть свое сердце для этого, друзья.
Другое еще положение, что закрыт сердце, он должен рассудить. Значит, как ему вести, куда пойти, чем заняться? Чем человек может заняться, как провести свободное время? Прихоти человека, вот, вожделения человека могут продиктовать свое. Но человек должен покориться Богу. Как верующий человек, он знает или читает Божие Слово, и ему не нравится, бушует внутри, но он должен покориться Богу. Я хочу сказать, что иногда человек уже бессилен. Когда он воюет с плотью своей, он бессилен. Друзья, если вы чувствуете бессильны в борьбе со своей плотью, значит, тогда единственное только средство, которое может противостоять плоти, это пост. Вот в этих случаях пост очень нужен человеку. Если заметишь, что плоть бушует и взяла власть над тобою, в посте человек приобретает силы духовные. Почему? Что такое пост, друзья? Мы с вами двоякие. Мы имеем духовную часть или наш дух и наше тело. Как я уже сказал, они в какой-то борьбе. И дух желает человека повести к Богу, а плоть желает повести к дьяволу, я так выражусь, или греху этого, к миру этому. И вот война. И вы знаете, друзья, кто победитель, кто сильнее, тот будет и командовать. Вот, кто сильнее, тот будет и командовать. Господь сказал притчу о сильном и о сильнейшем. И говорит, если, как может, говорит, если, говорит, сильный нападет и овладеет всем и свяжет его, вот тогда это будет победитель. И в жизни, друзья, пост, это говорит о том, что когда человек решился возрастать духовно, тело, оно что требует? Прихоти у него, накорми меня, согрей меня, одень меня, значит, удовлетвори все мои запросы. Тело кричит, давай мне, мое. А в день поста человек говорит, нет, во имя Господа, сегодня будет день Духа. Я буду молиться Богу, я буду читать Божье Слово, а я сегодня не дам тебе кушать. Ты сильно поднимаешь голову, ты уже командуешь мною, ты уже меня ведешь не на ту дорогу, которую надо. Я уже вижу, что ты как это уже восстала на меня. Сегодня ты будешь голодать. Это плоть, да я умру до обеда. Если ты меня не накормишь, я умру до обеда. Вы понимаете, начнет буянить, начнет требовать своего. Нет, целый день до вечера. Сегодня будем молиться, сегодня будем искать духовного, сегодня будем сеять в дух. И вы знаете, пост – это как раз, когда день духа, это когда человек духовно возрастает. Ты посиди сегодня, побудь голодной, ты сегодня побудь в унижении. Раньше люди, если вы читали, даже во вретище одевались. Вы читали вот у Писания, почему одевались во вретище? А вот я еще на себе сниму с тебя сегодня красивое платье, вот, сниму с тебя красивую, значит, одежду и одену тебя в мешковину и посажу тебя на пепел еще сегодня, значит. И люди иногда выходили в город и садились на пепел. Это так, вы знаете, борьба была со всем этим. И сетовали, плакали, молились. А попробуйте выйти в мешковине на люди. Это была одежда, вретище одежда с мешковины. Это значит, еще унижали это тело, потому что оно сильно поднималось. Я, ты?
Сегодня будешь ты на пепле сидеть. Сегодня будешь ты, значит, в мешковине ходить. Сегодня ничего ты не получишь. Будем молиться, плакать будем. Будем рыдать перед Богом. Будем каяться сегодня. Будем плакать. Будем просить милости у Бога и прощения. Вот это, если уже вы заметите, что плоть бушует, что плоть уже поднимает так, вы ее сильно, обязательно только пост может помочь человеку смириться. Вот. Вот это действительно надлежащая цель поста для человека. Вот. Потому что пост можно вот просто взял, дай, как у других конфессиях. Приходит Пасха, значит, мы будем пост. И что значит пост? Рыбу будем там кушать и водкой запивать, значит. Вот это будет пост у нас такой. Это все обман такой, вы понимаете? Неправильный подход к этому. Правильный пост – это когда человек смиряется, когда человек старается исполнить Слово Божие, читает его, правильно подходит к этому. Поэтому первое – вот это. Второе, как я уже говорил, покориться Богу. Читая Божие Слово, человек начинает, значит, понимать, что ему надо вот от этого отказаться, и от этого отказаться, и от этого надо отказаться. Друзья, можно, где хочешь найти этот мир. Вы помните, в книге «Бытие» написано, что когда пришел патриарх в той местности, жил он, дочь была, Дина такая дочь, вот, вы помните, и ей захотелось посмотреть на дочерей этой местности, этой страны, где они жили. Вот, это были, я вам скажу, и амореи, и филистимляне, это были люди этого мира. Это были люди этого мира. И она решила погулять, побыть среди них. Я вам скажу, на танцах побыть, на дискотеке, у бар зайти, понюхать папиросы и другое еще что-нибудь, как там, вы знаете, посмотреть, как люди живут, как они ведут образ жизни. И кончилось все это, что эта Дина оказалась в лапах. И испортила всю жизнь себе, и испортила своим братьям жизнь, и огорчила отца своего, и сделала, можно сказать, для всей семьи нехорошие неудобства. Вы знаете, что произошло в жизни этой девочки, которая решила прогуляться по этому миру и посмотреть на дочерей этой земли. Точно так же в жизни, друзья, каждого из нас. Это опасно. Это очень опасно. Вот. И поэтому Господь при выходе говорит, покорись Богу. Покорись. Смирись, встань на узкий путь. Сделай свои глаза прямо, чтобы смотрели перед тобою. Не поворачивай их направо-налево. Пусть ресницы твои будут направлены прямо перед тобою. Значит, и это очень важно, друзья. И второе, что говорит, приблизьтесь к Богу. Второе условие здесь тоже. Первое – покориться Богу, как бы закрыть сердце для этого мира и открыть его для Господа. А второе – покориться. То есть первое, что говорит, очистите руки, грешники, исправить свою жизнь. Исправить свою жизнь. Если воровал, не воруй. Не воруй. Если обидел, попроси прощения. Даже у близкого человека, может быть, где-то в семье или с соседями, или на работе, подойди, прости, пожалуйста. Значит, исправить жизнь. Вот. Приблизиться к Богу, прежде всего, очистить руки. Вот. И, безусловно, приблизиться к Богу, вот, это желание такое. Прежде всего, безусловно, человек приближается, когда он, ищет лица Господне.
И можно сказать, что это искание, оно выражено и в молитве человека, когда он призывает Господа, исправляет жизнь свою и призывает имя Господа, когда он искренне желает, чтобы следовать за Ним, и читает Писание, старается его исполнить, и Господь дает ему, значит, силы. И третье, что, значит, смириться перед Господом. Смириться. Смириться – это значит идти Его тропою, нелегкою тропою, но идти нести свой крест. Друзья, у нас всех есть крест. Христианский крест. Бог возложил на нас тоже такую обязанность. Как написано, нам дано не только веровать, но и страдать за Господа. И иногда страдать несправедливо. В наших очах кажется, почему я несправедливо страдаю? А у апостола Петра написано, это угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, потому что и Христос пострадал за нас, праведник за неправедных, и Он оставил нам пример, чтобы мы шли тоже так, делали, как Он. И есть в небесах свои законы, друзья, небесные законы. И, безусловно, Бог не будет отчитываться перед нами. Он дал нам эти законы и сказал, слушай, иди вот по этим законам, живи по этим законам. И когда мы пройдем жизнь свою, друзья, то, что нам на земле непонятно иногда, потом очень станет ясным нам, когда мы откроем глаза в Царствии Божьем. Для нас так станет ясно каждый прощенный грех, когда мы простили людям вину их. Для нас так радостно и приятно станет, если мы перетерпим несправедливо, терпеливо перенесем что-то. Нам очень станет приятно. Господи, Ты помог мне это все сделать. Это будет как приобретение какое-то для нашей души, друзья. Вот почему нам нужно, значит, смириться перед Господом. Смирение – это послушание Его воли. Для человека открыто, значит, как Господь сказал, «Я кроток и смирен сердцем». Так вот, смирение – это по отношению Бога, а кротость – это по отношению людей. Но мы должны смириться, повинуясь Господу. Здесь так и сказано, в этом выход человека с этого состояния, вот, когда сатана сильно приступает к нам. И есть совет, противостойте ему твердою верою, и убежит от вас. Как вам кажется, друзья, убежит ли сатана, если мы заигрываем с этим миром? Убежит ли от нас сатана, если мы не покоряемся Богу? Убежит ли от нас сатана, если мы не ищем Его лица? Безусловно, он не убежит от одних слов, от одного звука. Нам хотелось бы, чтобы только крикнул, и этот сатана тут же искрился. Не всегда так получается, друзья. Но здесь совет такой, как нам уйти с этого состояния? Значит, иногда это и нелегкий путь, но он нужен. Итак, друзья, мы с вами это просто вспомнили о том, о чем мы в прошлый раз на разборе с вами подробно беседовали, я напомнил. И мы подошли с вами к 11 стиху послания Иакова. Вот. 11 стих я прочитаю. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Но прежде всего, друзья,
Как я уже говорил, выше тексты вот этого Писания, послания, они говорят, ну, о том, что откуда произошло, что зачем скрывается, почему в жизни так происходит. А вот этот стих, начиная с этого стиха, Господь показывает для нас, людей, как мы выглядим по отношению Бога. Да, как оценивает нас Бог. И интересный такой подход. Говорит, не злословьте друг друга, братья, потому что кто злословит брата, тот злословит закон. О каком законе здесь речь? Почему закон стал основанием во время злословия? А я хочу вам задать вопрос, о каком законе идет речь? И хочу напомнить, 26 глава Евангелия от Матфея. 26 глава Евангелия от Матфея и 36 стих. Матфея 22, 36. Интересно, событие такое произошло. Вот. Во время пребывания Господа на земле, значит, законник один обратился к Иисусу Христу. И вот в 35 стихе он задает вопрос ему. Учитель, значит, он спросил, а уже в 36-м так и записано, его вопрос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Этот вопрос действительно, друзья, серьезный. И я думаю, что этот закон и мы знаем, и о заповедях знаем. И мы знаем, какая наибольшая заповедь в законе. И любой из нас может наизусть ее рассказать. Этая наибольшая заповедь говорит так. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Это самая великая заповедь. И что интересно – и подобная ей вторая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Больше этих двух заповедей нет. И на этих заповедях двух основывается весь закон и пророки. Друзья, они относятся и нам. И Господь, когда был с учениками, Он сказал, «Я новую вам даю заповедь. Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Эта заповедь, она не перестала, друзья, действовать. Заповедь любви. И представьте себе, что человек, значит, выражает, вопреки Богу, вопреки Его заповеди, вопреки Его завету, как в Едеме, один к одному. Вот Господь говорит, не трогай, вот завет между тобою, не прикасайся, все твое, кроме этого. Нет, значит, нет. Ты хоть говоришь, и хоть я знаю, но я буду нарушать эту заповедь. И так и написано, не злословьте, братья, друг друга. Кто злословит брата или судит, тот злословит закон. Нарушая эту заповедь, друзья, злословя друг друга, мы как бы выражаем, что эта заповедь никуда она не годится. Я ее не собираюсь соблюдать. Она, эта заповедь, зачем мне ее соблюдать? На что она мне? Значит, это буду я еще эту заповедь соблюдать. Вы понимаете, что делается? Если человек начинает судить или злословить брата,
он как бы пренебрегает заповедями и законом Божьим, который оставил Господь. Он ему все равно, а мне заповедь, что на мне, значит, и не хочет ее соблюдать, и злословит, и начинает нарушать сознательно ее, хотя знает наизусть ее. Друзья, но ведь эта заповедь, она будет судить людей. Бог говорит, слово это будет судить. Оно будет судить в конце. И поэтому так и выражено, значит, кто злословит брата, судит, тот злословит закон и судит закон. То есть хочет стать выше закона. Вы понимаете? Почему человек хочет стать выше закона? Почему? Это гордость человека. Это его высокомерие. Только один есть законодатель, который поставил этот закон. Он вправе, вы знаете, и отменить, и поставить. Он судья. И осудить человека. Но человек не имеет права посягнуть на Божий закон. Мы с вами, друзья, не имеем права посягать на Божий закон. Я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, на один момент, что на один момент хочу обратить ваше внимание, вот, что когда-то одна личность, она как бы посягала на Бога и на Божие, и на Его, значит, авторитет Божий. Я хотел бы открыть книгу пророка Исаии и 14 главу. Исаия, 14 глава, и мы прочитаем, значит, с 13 стиха. Исаия 14:13. Вот послушайте, как эта личность говорила, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Я думаю, что вы поняли, кто произнес такие надменные слова, кто посягнул на авторитет Бога. Это Люцифер. И он упал. В эту же минуту он был низвержен с неба. Он упал, разбился. Друзья, посягнуть на Божий закон, на Божьи заповеди, на авторитет Бога, пренебречь Его словами, Его законом – это страшно. И человек, который ругается, ссорится друг с другом, который с братом, с сестрой, он, значит, судит закон. Если он судит, вот, он судит Божий закон. И он считает себя выше закона, но только один Бог. Он есть законодатель и праведный судья. Хочу сказать, друзья, что Господь,
оставил для нас вот эту заповедь любить людей. И эта заповедь, она настолько важна, потому что она является основой нашего спасения. Дух Святой трудится всю нашу жизнь, чтобы вырастить в нашем сердце любовь. Это работа Духа Святого и Господа и Слова. И, наверное, мы будем оценены с вами, потому насколько Дух Святой сумел произвести в нас эту перемену в нашем сердце. Потому что, когда мы читаем Святое Писание, мы находим, что это является плодом Духа Святого – любовь. И несколько моментов я хотел бы прочитать из Священного Писания. Давайте мы с вами откроем Коринфянам 13 главу. 1 Коринфянам 13 глава. Несколько стихов, первые стихи. Я хочу вам напомнить. Я знаю, друзья, что вы помните эти слова, но я напомню вам, прочитаю эти стихи. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Друзья, вот это слова Евангелия. Это не какая-то конфессия, вот, или не какое-то учение ложное. Это слова Евангелия. И, наверное, оценка наша, нашей духовности не в том, что мы говорим и как мы говорим. Я не буду касаться ни молитвы, ничего, чтобы не принести какой-то скорби людям. Но оценка, наверное, нас в очах Божьих будет по состоянию сердца нашего. Насколько Дух Святой сумел произвести любовь в нашем сердце. Любовь – это превосходнейший путь. Другими словами, это то, что строит Дух Святой в нашем сердце. Дары духовные, друзья, и молитва на ином наречии – это очень важно, но это не все. Это строительные леса. Это строительные леса. Вы помните, когда в нашем зале были эти леса, и мы проводили собрание, и стояли трубы здесь, и под самый потолок здесь было все заставлено, как лес стояло? Это духовные дары. Это проявление молитвы на ином наречии. Это проявление пророчества. Это видение, это истолкование. Это дары веры, дары управления, чудотворения, что хочешь. Но цель была Господа через все это произвести в человеческом сердце работу и вырастить плод любви, который нужен каждому человеку. И апостол Павел, прежде нежели это написал, вот перед этим, перед этой 13 главой, перед этими словами, если я говорю языками и человеческими, а любви не имеют. А вот 12 глава, 31 стих. Раньше, друзья, не было разделено на главы. Когда писалось послание, не было разделено на главы. Это был один текст, это был один смысл. И вы посмотрите предшествующий стих,
как он звучит. «Ревнуйте» – это 31 стих 1 Коринфянам 12 главы, 12-31. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Это другими словами, какая цель у Духа Святого, к чему стремится Дух Святой, друзья? К чему стремится Дух Святой? Вот. И вот в этой главе, в 13, 8 стих хотелось бы еще прочитать. 8 стих 13 главы. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Эти леса снимутся. В свое время они уберутся. Но результат работы Духа Святого, чтобы в сердце была соткана любовь Духом Святым. Вот это цена наша, друзья. Вы посмотрите, как в этой же главе 13, 13, последний стих этой главы, как говорит. Вот обратите внимание, 13, 13. «А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Вот эта заповедь, о которой сказал Господь: «Возлюби Господа и возлюби ближнего», самые великие в законе. И на них основано Писание. Друзья, пусть Бог даст нам понимание, что наше сердце, оно должно быть наполнено любовью. Хочу вам напомнить, не помню стих, Ефесянам в первой главе. Я по памяти в первой главе, но я хочу, чтобы вы так напрягли свою память и вспомнили такой стих. «Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, прежде создания мира, дабы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе». Друзья, мы избраны с вами для того, чтобы быть святыми и непорочными в любви, то есть чтобы наша любовь была непорочная и была святая. Ну и скажу вам еще одну тайну. Почему Бог требует ее именно от нас? Почему все-таки Бог хочет, чтобы церковь была именно с любовью? В Ефесянам, в 5 главе, тоже стих не могу запомнить. Вот, помню, где расположен зрительно, номер стиха не запомнил. И там написано так: «Посему оставит человек отца своего и мать свою». Нет, мать не написано там. «Посему оставит человек отца своего и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Друзья, что за невеста, которая не любит? Я не хочу такой невесты. Кто из вас хотел бы иметь такого жениха или невесту, который не любит вас? Никто не захотел бы. И здесь братьев много. Братья, хотели бы вы такую невесту, что вас не любит? Которая бы заигрывала с другим где-то там, и на ваших глазах, как иногда мы делаем, с миром этим заигрываем, вот.
И кому нужна такая невеста? Так вот, Господь, друзья, определил церковь для особой цели. И церковь – это будут такие люди, которые полюбили Господа. Они любят Господа. В их сердце любовь. И в книге «Песни песней» там написано: «Господь ввел меня в дом пира, и знамя Его надо мною – любовь». Друзья, наверное, ни один человек, у которого в сердце не найдется этой любви, не будет причислен к этой прекрасной невесте, к этой прекрасной голубице, которую избирает на земле Господь. Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Вот чего за нашу жизнь хочет добиться Господь в нашем сердце, чтобы там соткать, я так скажу, любовь. И даже Дух Святой дан нам для чего? Потому что любовь Божия изливается в сердце наше Духом Святым, данным нам. Цель Духа Святого – взять небесную любовь и вложить в наше сердце. Это цель Духа Святого. И когда в своей первосвященнической молитве Господь молился Отцу Небесному, Он сказал так: «Отче, да любовь, которую Ты возлюбил меня, то есть любовь агапы, Божия любовь, в них будет, и я в них». Здесь великая тайна. И апостол Павел говорит: тайна, сокрытая от веков и родов. Пусть Бог поможет нам понять вот это, друзья. Мы призваны и имеем особое назначение от Господа Бога. Но Он будет искать в нашем сердце этой любви. Почему можно уже полюбить Господа, но не любить людей, не любить ближних? Ведь можно ж быть невестой Иисуса Христа, церковью, а люди при чем? И вы знаете, апостол Иоанн, Бог через него написал так, что мы любим Бога, узнаем из того, что любим, значит, братьев своих или сестер. Если мы не любим братьев и сестер, как мы можем любить Бога? Оказывается, эта любовь, она охватывает наше сердце, и мы способны любить и Бога, и людей. Вот. Она неразделимая. Вот. Она неразделимая, но она обязательная у врат небесных. Как может быть невеста без любви? Что это за невеста? Мы должны все с вами подойти к вечности, имея в сердце вот это славное качество, которое Дух Святой несет к нам из вечности. Благослови вас Господь, друзья. Вот. Будем читать дальше мы Иакова. Немножко мы остановились. Это по той причине мы рассматривали, что Господь сказал, что если кто судит брата своего, значит, то судит закон. Именно этот закон, он становит себя выше этого закона и не хочет исполнять, противиться. Мы должны любить людей, любить братьев. Это наш святой закон. Будем читать 13 стих. Ну, 12 можем еще прочитать, потому что мы его не читали, прошу прощения. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого?» Друзья, ну, безусловно, мы понимаем, что, значит, Господь стоит выше всего и выше всех.
Он законодатель, Он судья, Он вправе потребовать, и мы должны подчиниться с вами. Читаем немножечко выше, то есть ниже, 14 стих. «Вы, которые не знаете, что случится завтра...» Ох, простите, 13 стих, прошу прощения. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». И 14 стих прочитаем. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Друзья, мы говорили с вами о покорности Богу. Мы говорили о подчинении себя во всяком деле Богу. И верующий человек должен быть покорным Богу, потому что страсти могут бушевать в человеке. Надо выйти с этого состояния. Мы не должны покоряться этому миру. Мы не должны быть осквернены от этого мира. Мы должны зависеть от Господа и быть покорны Ему. Он избрал нас быть церковью. Он избрал нас для вечной цели. И Он смотрит на нас и оценивает нас. И вот здесь этот стих как раз, друзья, очень интересный. Это жизненный стих. Это как раз говорится о том, как покориться, учит нас, как покориться Господу. И здесь, ну, как бы люди представлено, это идет тема одна, и мысль одна, но жизненная, практическая. Не зря здесь Дух Святой так чудесно, но описал для нас обстоятельства, правда, известные нам. Поеду в Москву на заработки, а другой день вот за границу еще, то в Россию, то где-нибудь в Литву, то на Украину, на заработки буду там торговать, буду жить, с прибыли хорошо привезу, денег, карман. Это все для нас известно, но посмотрите, 13 стих. Они говорят, эти люди, отправимся сегодня или завтра. Посмотрите, как запланировал, спланировали, поедем сегодня, завтра, поедем в такой-то город, планы даже есть, куда поехать, будем жить там один год, наметили, сколько там поживем, будем торговать, получать прибыль. Но обратите внимание, ни слова о Боге. Ни слова о Боге не упомянуто, ни намека о Боге. Вот в этом вся причина. Человек, который покорен Богу, он зависим от Бога. И в его жизни Бог должен быть на важном месте. Вина не и не в планах, вина и не в дороге, вина и не в деньгах, вина, что нету Бога. Забыл о Боге. Вот в этом причина, друзья. Человек, покорный Богу, должен свои планы строить согласно Господа, друзья. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на то, что... Давайте мы прочитаем несколько мест Писания. Одно из них – Деяния апостолов, 18 глава. Мы будем читать 18 глава и 21 стих. 18 глава, 21 стих. Деяния апостолов. «Опростился с ними...» Это апостол Павел простился с ефесянами. «Простился с ними, сказав,
мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять. И будьте внимательны, если будет угодно Богу. И опять отправился из Ефеса. Как красиво перед Богом, друзья! Как вот зависим человек, великий человек. Это непростой был человек. И много путей было в его жизни. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. Он не мог сказать, что я обязательно буду у вас. Он не мог поручиться, хотя его сердце очень желало быть там с ними. Но он не распоряжался завтрашним днем. Эти люди годами распоряжаются своими, не вспомнил о Боге. А он не осмелился завтрашним днем распорядиться. Друзья, это сердце так должно быть направлено. Это так отношение человека к Богу такое. Господи, если будет угодно Тебе, вот завтра я так и так поступлю. Помоги мне, Господи, если угодно будет Тебе. И человек, вы знаете, который надмевается, у которого вот это вожделение, такое страстное желание, Бог вообще мешает ему строить эти свои планы. Он боится этого сказать даже, потому что Бог может сказать «нет». Так он и не упоминает о Боге. Давайте мы еще одно место прочитаем. Послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Давайте прочитаем 4 главу и 19 стих. Первое послание к Коринфянам 4:19. Это он говорит к церкви, которая в Коринфе. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Богу». Простите. «Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу». Он намерился прийти. И скоро его сердце туда рвалось, потому что он видел там проблему. Увидел в церкви там непорядок. И, казалось бы, Божие дело он делает. Он поставлен на это, был Господом помазан. Но даже в такой власти апостола посетить эту церковь родную, и заметьте, и при этом даже положении, он говорит, если угодно будет Господу. Дорогие братья и сестры, конечно, это мы должны взять на заметку. И покорность Богу, она выражается и в повседневной жизни, в планах наших, в намерениях наших, что сделать, как построить вот, на будущее планы свои. Мы должны всегда оставить место для Бога, для Господа. Всегда должны не забыть оставить, если будет угодно Господу. Вот. И хочу сказать, друзья, что вот здесь так и написано, теперь послушайте, вы говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вот. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Действительно, что случится завтра? Даже что случится сегодня, мы и то не знаем. Что говорить о завтрашнем дне? И жизнь наша действительно как пар, появляющийся, исчезающий. И мы не знаем,
У Господа написаны дни наши. И сколько там дней написано, это от нас сокрыто. Молодые люди считают года многие. Вы думаете, кто-то хочет прожить 30 лет или 40 лет? Он считает не меньше 80, а не то и больше. Но это неправильно. Не мы распоряжаемся жизнью, а Господь. Слава Богу за сегодняшний день. Слава Богу за этот вечер. А завтрашний день уже не в нашей власти. Я вспоминаю в детстве еще, друзья, это еще маленький, школьником был. А всегда нас мама ставила на молитву вечером. Приглашала, всегда мы молились. Мама попала в больницу. Попала в больницу, мамы нет, мы переживали, то и так. И как теперь помню, эти дети, не молившись, и все в кровать. И все положились спать, один на одного поглядел, один кто-то первый, потом это, и не молившись, и все положились в кровать. И вот интересно, так запомнилось мне, осталось в памяти на всю жизнь. Я вот и теперь, как только об этом на завтрашнем дне, так все вспоминается. Пришел отец, как теперь помню, и спрашивает дети: «А вы же не помолились? А вы, может быть, и мы и не доживем до завтра? А может быть, мы завтрашний день и не увидим?» Говорит. И так это резануло по сердцу. Действительно, страх какой-то пришел. Действительно, может быть, и правда. Говорит, вот закроете глаза, а может быть, завтра и не увидите. И все повставали, помолились. Но эти слова его вот написались на сердце по сегодняшний день. Вот. Действительно, это правда, друзья. И Писание об этом говорит. Вы не знаете, что завтра будет. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому всегда такой у христиан порядок. Вечером на закате дня склонить колени перед Господом, поблагодарить за прожитый день и предать в руки Господа, попросить прощения, если что-то не было неправильно, привести в порядок свою жизнь, чтобы лечь спокойно, и если не увидишь другого дня, чтобы врасплох не застан был. Пусть Бог поможет нам иметь такое сердце и так вести себя. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Друзья, вот интересно такое выражение, которое здесь оставлено для нас в Писании, что вот это тщеславие, оно является злом. Оно является в очах Божьих, вот такое надменное, самонадеянность такая, она в очах Божьих грехом является. Вот кажется, планировать свой день, планировать свой отпуск, планировать свое будущее, но если без Бога, если упустить, если угодно будет Богу, не просто сказать слова, а сердечно так отдать часть сердца для Господа нужно. Говорит, всякое такое надменное тщеславие есть зло.
Пусть Господь поможет нам, друзья, не гордиться и не надмеваться, чтобы распоряжаться своей судьбой. Мы не можем распоряжаться своей судьбой. Господь ею распоряжается, чтобы нам проявить к Богу покорность, проявить правильное отношение к Господу Богу. Пятая глава, друзья, начинается, тоже о материальных благах, о жизни человека, и мы будем читать ее, пятую главу послания Иакова. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Интересно. И к богатым сразу так, и смело, и Господь обращается, и как будто бы, сразу неудобно даже, неудобно вразумительно даже. Этот стих считается одним из трудных таких стихов для чтения, потому что он, несет в себе какие-то тайны. Вот. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Прежде всего, о каких бедствиях давайте мы рассудим. О каких бедствиях, что за бедствия придут на людей, на богатых? Прежде всего, друзья, людям придется дать отчет перед Богом. Людям придется отчитаться перед Богом. И я хочу сказать, что когда здесь написано, когда предстанут они пред лицо Бога, то будут очень терпеть и сожалеть. Приходит время, можно сказать, праведного Божьего суда. Приходит время отчитаться за прожитую жизнь. И здесь написано, что «рыдайте и плачьте о бедствиях», как бы, что грядет Божий праведный суд на человека. И неминуемо всем должно отчитаться за прожитую жизнь. Эти слова говорят о бедствии таком. Хочу, друзья, обратить ваше внимание, что здесь немножечко второй и третий стих говорит о том, почему придет это бедствие, почему это бедствие придет на этих людей. И мы, будем читать второй стих. «Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью». Оказывается, открывается причина, почему они не угодили Богу, эти люди богатые. Богатство дано человеку для того, чтобы он мог пользоваться им и правильно пользоваться этим богатством. Друзья, богатство дает Господь по потребности человеку. И если эта потребность выходит уже за его рамки, то человек должен употребить его, чтобы оно не пропало, чтобы оно не сгнило,
чтобы она не изъедена молью была. Вина в том, что пропало, сгнило. Если, например, у нас есть одежа, много одежи есть. У нас есть одна одежа, и вторая, и третья, и у нас есть много одежды. И если мы можем ее употребить, она для нас ко дна, если нам столько надо ее, этой одежи, то Бог ничего. Но если ее у нас у 10 раз больше, чем мы можем ее использовать, и она у нас пропадет, и с другим мы не поделимся, с нищим человеком или с голым, то на нас будет лежать вина. Говорит, одежда ваша молью съедена. У Бога в глазах это любостяжание. Любостяжание – это значит схватить весь мир и тянуть к себе. Вы помните, этот человек богатый, и там написано о любостяжании. Берегитесь любостяжания. Берегитесь любостяжания. Этот человек захотел очень много добра. Очень много добра. И он говорит, урожай очень богатый. И соберу этот урожай в новые житницы. И скажу душе, много у тебя богатства. Но в очах Божьих это было зло. Он не съест его. Он не употребит его. Оно сгниет все. И в очах Божьих это зло. Безумный, говорит. Безумный. Вы понимаете, как оценивает Бог? Это слово «безумный» – это от Бога пришло слово. То, что Бог дает человеку одеться, покушать, дает ему и богатство, чтобы он пользовался, это дар Божий. Но если человек столько имеет, что он сгниет и пропадет, это грех, оказывается. Это грех. Я был свидетелем, друзья, одной личности, известной, бывшей в нашей церкви личности. И это была пожилая сестра. Я не называю ее имени, она уже в вечности, но не называю ее имени. Сестры, которые знают ее, то догадаются. Вот. Она была одинока, и все жалели ее. И все старались ей помочь. Значит, где бы она ни была, все, ну, одинокий человек. Она любила посещать, она любила быть и там, и там, и там. Она такая говоркая была, и посещала много. Ну, и как-то неудобно отпустить человека с пустыми руками. И я вам скажу, что не только к семейным, оказывается, и к одиноким, и к пожилым людям относится это слово. И она отошла в вечность. Эта сестра. Поверьте, друзья, те, кто выгружал ее дом и погреб ее, и складское помещение ее, удивлялся. Там столько консервов было, там столько запасов было. Она все складывала и складывала, она все складывала и складывала. Грузовик взяли, порченное, по 10 лет лежало. Банки повздутые, эти жестяные с консервами. Там эти закатки всякие, чего там только не было. Грузовиком вывозили оттуда порченные, никому же не нужные, сгнившие, я так выражусь.
Это правда. Это я не прибавляю. С грузовиком вывозили оттуда. И удивлялись все, брались за голову. Слушай, что это такое? Как понять это все? Но это правда. И вот в очах Божьих это зло. Это грех. И говорит, плачьте и рыдайте о бедствии, потому что сгнило. Вы не Бог благословил вас, но вы не пустили на дело. Сгнило. Бог дал, но вы неправильно распорядились. Если бы она съела, не было бы греха на ней. Если ей нужно, если бы это пошло на пользу, не было бы греха. Но сгнило, пропало, и другому, не голодному, не дано. Вот почему здесь интересная здесь тема такая затрагивается, друзья, воспитывающая нас. Сколько надо, возьми, живи, радуйся, благодари Бога. Но если ты видишь, что тебе это лишнее, благослови человека. Не пожалей для него. Чтобы не пропало. Благослови, чтобы не пропало, чтобы не сгнило. И за одежду сказано. И одежда, говорит, ваша изъедена молью. Я некрасиво примеры приводить, вот, но такие на членах церкви, но которые уже ушли в вечность, то можно. Вот, оно, хотя не совсем это правильно, но надо же пример привести. Я вам скажу, друзья, пришлось похоронить одного из братьев. Этот брат был скудно всегда одет. Вот, вы знаете, многие пожилые люди, помните его. И он ходил очень скудно, этот человек. И жил он у веранды на квартире. В холодной веранде, на квартире жил. Мы, когда он умер, мы зашли к нему, он там такое кресло-кровать так раскидывал. И он там в веранде, в холодной веранде жил этот человек. Братья всегда, вы знаете, жалели его. Когда приходила гуманитарная помощь, никогда не жалели для этого человека. Видели, что он так скудно одет, что он всегда как-то ходил так вот. Всегда ему уделяли, помочь. Одинокий человек, без жены, все. И я вам скажу, друзья, когда он умер, вот, и заехали туда, и посмотрели там, что у него документы, все. Я вам скажу. У него на книжке было столько денег, что он легко купил бы квартиру себе. И жил бы в квартире. Но эти деньги пропали. И одежи оттуда столько вывернули. Костюмы, обувь. Не жалели от души, давали. Все. Оно пропало. Не воспользовался человек. Вы понимаете? Вот это любостяжание называется. И Бог против этого. Он учит нас не быть такими. Почему, когда вот пришли люди к нему, к Иоанну Крестителю, и спрашивают, что нам делать? А он говорит, у кого две одежды, дай неимущему. То есть, другими словами, что если у тебя лишнее, если у тебя есть лишнее, и ты увидишь, что пропадет, отдай. Если увидишь, что сгниет, отдай. Не допусти, чтобы пропало. И вот когда 5000 человек накормлено было хлебами, рыбою, то интересно, там есть такое и слово. Соберите, чтобы ничто не пропало. Вот у Господа Он благословил, Он дает, но чтобы не пропало. Можешь съесть – съешь. Но если ты видишь, что сгниет, не допусти этого. Поделись с человеком,
которому на пользу пойдет. Вот это как раз просматривается здесь. «Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас. И съест плоть вашу, как огонь, вы собрали себе сокровище на последние дни». Все вот это будет свидетельствовать против человека. Господь хочет, чтобы мы были такими. Вот посмотрите, как Господь осуждает. Говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Где сокровище, где богатство твое, там и сердце. И если у тебя оно такое, что ты себе тянешь и боишься, пропадет, но не дашь другому, значит, беда. Вот притча о богаче и Лазаре, интересная притча. И она тоже трудно такая понимаемая притча. Люди думают, почему богач попал в ад? Ну, за что богач попал в ад? Ну, что за бред? Неужели за то, что он богатый был, он попал в ад? И оказывается, вы знаете, так. Из-за того, что богатый был. Он попал в ад потому, что там у ворот лежал нищий. Он ему не дал ничего. Он не дал. Он хотел крошек со стола, а он ему не дал. Вот из по этой причине он оказался это злом в Божьих очах. Вы понимаете? Оказалось злом. Его сердце было таким, что не поделился, не дал. Сгнило, но не дал. Крошек не дал. А уже о Лазаре, там ни у дома, ни жена не разрешает приводить этот пример. Говорит, ты хоть на людях не говори сильно, но я вам расскажу. Жены нету, можно рассказать. Этот Лазарь, вот сердце какое было у человека, вы думаете, иногда люди трактуют так, что псы лизали раны, струпья, это лечили его, значит, что когда полиже пес, то хорошо заживает. Это неправда, это не эта причина. Сердце человека какое? Вот. Я думаю, что если бы он был с сердцем таким, как у этого богача, то этот пес полетел бы, камень у него быстро, я вам скажу. Не сильно там тот пес крутился бы возле него, некий там прохожий в пыли, этот пес. Но сердце какое, что имел, чем был богат, тем и рад. И вы знаете, разрешал этому псу голодному полизать его и ногу, и ноги. Это не потому, что там залечь. Нет, это он готов был поделиться тем, что есть у него. Вы понимаете? Вот не зря Бог так привел это в порядок. А он лежал, и псы лизали, разрешал. Значит, ну, что у меня? Были бы крошки, дал бы крошек. Нету? Струпья? Ну, лежите хоть струпья. Вы понимаете? Ну, жена мне не разрешает это, чтобы я в собрании особенно рассказывал. Это мое такое мнение. И я вам скажу, я читал это местописание, оно мне так открылось. Этот Лазарь был открыт, он был бы у него кусок хлеба, он поделился бы с этими псами. Вы думаете, нет? Поделился бы. А этот пожалел. Сгнило, пропало, не дал. Одевался в порфиру, в весон, пиршествовал блистательно, пропадало, гнило, не дал. И это было злом в очах Божьих. Это богатство было злом. Были многие люди, которые были угодны. Посмотрите, Иова, вот человек Иов. Это был человек, который, написано, делился, чем мог. Он был богатейшим человеком.
на его сердце было открыто. Он старался увидеть нужду. И он понимал, что это надо так сделать. И у Бога он был на хорошем, приятном счету, этот Божий человек. Бог любил этого человека. Бог видел его как праведника, потому что он не был таким. Вот. Вообще, такое вот стяжательство, любостяжание, оно называется в Писании еще идолослужение. Идолослужение. И я вам скажу, это любостяжание – это одно из грехов, которое тоже лежит в сердце человека. Вот. Это тоже одно из вожделений человека. И оно тоже человека ведет в пау. Вот. Поэтому здесь так о богатых людях пишет. И когда мы читаем, начинаем понимать, значит, «Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас. И съест плоть вашу, как огонь, вы собрали себе сокровище на последние дни». Вот. Ну, безусловно, друзья, когда мы придем к вечности, всякие наши такие неправильные поступки, они будут сжечь совесть нашу действительно как огонь. Почему я не поделился? Почему я не помог? Почему я так не сделал? Почему я так не поступил? Действительно, мог, было чем. Почему я так? Это будет серьезный огонь для каждого человека, друзья. Вот. Здесь упоминается вот в этих стихах, я так скажу, четыре греха, которые преследуют богатых людей. И о первом мы с вами уже говорили, это накопление богатства. И это богатство, оно, как я уже говорил, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Бог не хочет, чтобы мы служили Богу и мамоне, или богатству. Бог хочет сердце, чтобы отдано было Ему. Он знает, что мамона или богатство – это от мира сего, это для плоти. А Господь хочет, чтобы сердце было отдано Ему. Притча или это событие с богатым юношей, помните? По-разному его объясняют, это событие о богатом юноше. Но я вам хочу сказать, он хотел Царства Небесного. Он хотел быть с Господом у вечности. Он хотел с Богом. Господь просто сказал ему, если ты хочешь быть совершенным, сердце твое должно быть не прилеплено к земному богатству, а прилеплено к небесному. Подумай, служить Богу или мамоне. Но мамоне, вот, для того, чтобы ты мог служить Богу, ты должен отрешиться от этой мамоны. Вот. И поэтому Господь сказал, так трудно богатому войти в Царство Небесное. Первое – это накопление богатства. Вот. Хочу еще привести второе, как здесь написано. Вот второе, друзья, это плата, удержанная вами у работников. Это четвертый стих, говорит, вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Хочу обратить ваше внимание, друзья, что вот эти слова,
где написано, что, вопиют эти средства, вопиют эти средства к Богу, вот, это говорит о том, что человек зарабатывает неправедным путем, нечестным путем, несправедливым, путем воровства, путем насилия, путем неправедным. Почему вот лихоимство считается грехом в Писании? Лихоимство – это проценты, можно сказать. Я одолжил деньги, а получаю уже с прибылью. Вот. И вы знаете, вот и здесь слово «лихоимство». Вот. С лихвой получил обратно. Вот. И приобретение неправедное – вот, оно имеет значение. И здесь вот написано «плата, удержанная у людей, которые работали». Неправильно рассчитался с людьми. Неправильные деньги. Закхей неправильно брал налоги. Нечестно. У других людей неверные гири, когда продают. Неправильные гири. И в очах Божьих у Писания это зло. Это неправильные приобретения. Несправедливые приобретения. Друзья, мы должны быть честными перед Господом Богом и стараться, как верующие люди, поступать правильно. Вот. Обращаться с другими людьми правильно, поступать. И пусть Господь поможет нам здесь. Осуждение идет людям, которые и рассчитались с людьми неправильно. Вот. И еще причины, я хочу сказать, вот одна из причин еще в 6 стихе записано: «Вы осудили, убили праведника, он не противился вам». Богословы, когда рассматривают это место Писания, они, ну, исследующие люди Библию, они говорят, что здесь двоякое значение. Одно значение здесь праведник, как бы речь идет об Иисусе Христе, что его, значит, первосвященники и священники стали во главе осуждения, но еще второе мнение – что вообще насилие над людьми, которые стараются жить благочестиво, которые желают жить справедливо. И эти люди в очах других, иногда богатых людей, уничижены. И они свои законы, или, можно сказать, свое мнение ставят выше. И они не хотят прислушиваться или приглядываться к жизни людей и правильно ведущих жизни, унижают их и над ними поступают несправедливо. Вот. И такое мнение. Вот. Ну, дорогие братья и сестры, на следующем служении, если даст Господь, мы подробнее поговорим об этих вещах.
А теперь уже пришло время нам помолиться Господу. Николаевич, ты совершишь молитву, конечно. Слава Богу, что записочки в твоих руках. Слава Богу, что мы имели это служение. Я так сидел, думал, разборы так интересно было, и думаю, когда мы совершаем какой-то грех или какие-то оплошности, когда сами сделали, быстрее нам доходит, нежели кто-то нам говорит и объясняет. Я помню, как Дмитрий говорит, нельзя кого-то приводить, на себя приведу. Мы пошли с одним человеком, ну, к одному дом строить, и спрашивает, за сколько построите вы мне, ребята, дом? Ну, говорим, за месяц построим, может, чуть больше, мой напарник говорит, каменщик. Ну, думаю, специалист. Карман грошей у меня будет, как подсобнику, должен не обидеть. Как засели мы, специалисты, у этого человека, целое лето просидели. Что думаете, я заработал? Грыжу. А думал, карман грошей мне, да, заработал грыжу. Да еще когда и вырезали, и как по-живому наркоз не взял. Ну, думаю, быстро мне дошло это. Надо говорить, если будем живы, и Богу будет угодно, то построим за месяц или за два. То теперь, когда прихожу, говорю, по милости Господней до белых мух построим. Говорю, до зимы, значит, чтоб поняли. Уже грыжи больше не хочу. Быстро я научился, вот такой пример говорю. И сегодня мы имеем эти записочки, мы будем благодарить Господа. И здесь разные есть записочки, благодарят, просят за устройство в семье, за спасение родных, близких, за устройство в жизни Себеционного центра просят братья. Мы будем молиться Господу. Если есть у кого какая нужда, можно заявить, и мы будем склонять колени и молиться нашему Господу. Ну, склоняем колени, будем молиться, поблагодарим Господа. Господи Боже мой, мы благодарим и славим, превозносим Тебя, Бога живого, Господи, и мы благодарим Тебя за великую Твою любовь, которую Ты явил на кресте Голгофском, что Ты умер за грехи наши и беззакония наши, что Ты воскрес для оправдания нашего, Господи, и мы сегодня благодарим Тебя, что Ты спас нас, омыл, оправдал, писал наши имена, книга жизни, и сегодня мы благодарны Тебе, что мы есть Твои дети, Твой народ, Господи, и мы благодарим Тебя за это время, проведенное в доме молитвенном, Господи, что сегодня Ты говорил к сердцам нашим, Господи, что наше богатство на небесах, Господи, чтобы не прилеплялись к этому земному, Господи, но искали Царствие Божие, остальное все приложится. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благослови, помоги, исполни Слово Твое в жизни нашей, Господи, чтобы наши мысли, наши желания были направлены к Тебе, Господи, чтобы служить Тебе, Господи, идти Твоим путем. Прости, где мы согрешили, Господи, очисти нас, освети, благослови, помоги.
помоги пройти это земное поприще, войти в этот прекрасный город воротами, Господи. И сегодня наша молитва за нужды, Господи. Ты видишь заявленные эти нужды на записочках, Господи. И сестры заявляли с места, чтобы была милость Твоя, Господи. Чтобы пришла помощь Твоя, Господи. Ты видишь, что нуждается в исцелении, Господи, Боже мой. Я прошу Тебя, коснись милостью Твоею, Господи, за спасение родных, близких, чтобы они познали Тебя, Бога живого, и имели спасение в имени Твоем, Господи, спаси, даруй покаяние, чтобы дома молитвы, Господи, они наполнились спасенным народом, Господи, чтобы пришло пробуждение на нашу землю, Господи, благослови, благослови президента нашего, чтобы страх Твой был на нем, чтобы не допускал нечестия в стране нашей, Господи, дай ему сердце мудрое управлять нашей страной, Господи, благослови, Господи, я прошу Тебя, Господь, народ Твой, наследие Твое, Господи, другие нужды, трудоустройства, Господи, и финансовые, может, утерпят проблемы, Господи, пошли милость Твою, пошли помощь Твою, Господи, чтобы народ имел все необходимое и был благодарен Тебе, Господи, сохрани в жизни нашей, Господи, от греха, Господи, от искушения, на путях сохрани, в транспорте сохрани, в работе сохрани, от колеса, Господи, благослови, Господи, и прибудь с нами в жизни нашей, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Следующее наше служение, братья и сестры, будет в пятницу в 19 часов. Будет участвовать один из районов, будет район Ярмолика участвовать в служении. Благослови вас Господь, с миром Божьим будем расходиться.